Суефа. Я победил! Давай еще. Давай. Суефа. Блин, теперь ты победил! Всем привет, меня зовут Шет, и вчера с видосом получилась какая-то фигня. Я его смонтировал, я его сделал, было все хорошо, а YouTube его обработал, и там получились косяки. Поэтому, ребят, мне жаль, что так получилось. И сегодня, именно по этому поводу, ребят, у меня для вас есть две хорошие новости. Первое, сегодня мы будем играть с вами не одни, а с таким ютубером, которого зовут Глюк. Он тоже снимает VR и классный парень. А второе, играть мы с ним будем в эксклюзивную штуку. Игра от ребят из СНГ называется Таверна Магии. Ссылочку на Steam я оставлю в описании. Короче, я просто увидел их трейлер, написал им, и они такие: ладно, на тебе вот 4 ключика, играй со своими друзьями. Этот билд вообще, вот его еще нигде нету, его еще никто нигде не показывал, не тестировал, поэтому специально для нас такой эксклюзив. Ребят, большое вам спасибо. Ну а сейчас, ребят, ну, приятного просмотра и поехали. Давай, смотри. Оу, е. Оу, бэйби. Они такие еще ватные, да? Ага, вообще пипец ватный. Я даже с тобой не могу подраться, как девчонка. Сейчас, давай сейчас подеремся. Я, конечно, знаю, что нужно сделать. Оу, ну что, здравствуйте. Давай, верховный маг Скайрима против Глюка. И что это такое? Я не знаю. Так, ох, нихера, сколько. Чё это? Это чё за... Чё? Как этим пользоваться? Подожди. Я тоже не знаю. О, я нашел меч. Да меч-то хорошо. Так. И чё я с ним буду делать? Ё-моё. Что это было? Я какими-то картами все пуляю. Чё? Я? Ну, у меня тут, короче, я нажал, короче... Так, окей. Я научился, кажись. Да, тут как бы, знаешь, тут рандомом где-то пуляешь. Вау, это что за черная тень? Ага, это мой щит. Это мой щит, чувак. Чё происходит? Так, а это что я сделал? Это что за... Я тебя мечом сейчас отебею, нахрен! Где мой меч, куда он делся? На! Так, ну че, сейчас скотина мелкая, да? Давай, мой гоблин, давай, херач его, ну! Что происходит? Так, подожди, у меня есть нужно... фаербол. О, есть фаербол. Как ты фаербол? Как фаербол пускается? Как это говно работает? Вот так вот. Ты тащи пробку из этого дерьма, пожалуйста. А, слушай, короче, прикинь, все, я понял, как это работает. Ты в зависимости от того, как повернешь руку, то ты и будешь кставать. Ну так я же говорю, поворачивай руку, а ну он выбьет, что надо. Да, прикольно, только, блин, мне ману можно? Пожалуйста, как мне ману восстановить? Так, хорошо, сидим это неплохо, давай бутылку разбивай, ну. У меня мана не регенится. Как регенить ману? Я тоже не понимаю. О боги, вы помогите. Что-то не так с бутылкой. Да, с ней все хорошо, сейчас, может быть, ее выпить надо? О, я выпил вроде. А как это пьется? Просто в рожу ее запихай себе. Ну я уже запихал. У меня это сработало. А, да, слушай, сработало. Подожди. Ща нормально, ща повою. Ну еще, на заклинашку. Огненный шар. Да, а можно я буду уворачиваться, а? Ну попробуй. Блин, это тяжело. Пошел вон, маленький утырок. Вот так вот. Нет! Ха-ха! Так. Хорош. Вау, что это было? Это была бомба. Ау. Так, жри. У меня куча магии еще. А у меня ни хера нету. Руки сейчас колдовать будут, твою мать. Так, я не понимаю, у меня... О, мана. Так, бухай, чувак, бухай. Ип, нана. Сколько у меня жизней? Нормально у меня, много их, нет? Нет, немного их у тебя. Это плохо. Так, это ладно. Плохо. Опля. Такс. А что ты думаешь, у меня такого нет? У меня тоже такое да, есть. Да, мне как бы вообще пох. И гоблин у меня есть. И гоблин у тебя есть? Гоблин. Я за тебя очень рад. Только мой гоблин пока тебя бьет. Я почти умер. Мне это не нравится. Да мне тоже не нравится. Ладно, с первым блинком, как говорится. Так, ща. Я не знаю, что я кастую, но что-то мощное. О! Мне хочется сейчас убежать в дверь просто нахрен от тебя. Нет, не сегодня. Я буду бегать. Ну чё, попрощайся с жизнью. Ау! Ну не получилось. Я смотрел за тобой. На! Ау! Дохнешь ты никак. Да ты сам не подыхаешь, какого чёрта? Если ты не помираешь. На! Так. Ты травы-то съесть, что ли? Травы? Какую траву? Какая ну, трава? Ты что там? Ты в какую игру играешь? В очень веселую! Да я понял! Мимо! Игру. Кушать на хавчик не пробивает после такой игры.
Так. Господи, маны, ни хрена нету. Так, давай, я буду уклоняться. Смотри. Давай, кастуй, кастуй всякое говно, давай. Ну почти. Почти. Давай. Так, стоп, смотри, давай, давай. Да тихо ты. Мана. Оп. Ой, слушай, это. Ты все, ты не желез практически. Ну конечно, 10 раз. Ага. Хорош, мы почти сделали его. Давай! Собрались силами. Так, ты ничего не видишь. Я убил твоего гоблина! Да пофиг! Ну, это прозвучало как-то неправильно. Зачем ты отымел моего гоблина? Еее! Почему я проиграл? Блин, слушай, это какая-то потная дуэль была, ну. Это была слишком потная дуэль. Ну, у тебя чуть-чуть оставалось, у меня просто слишком мало практики в VR. Ну ты это, ну не грусти, не грусти, давай, все хорошо. Все хорошо, да-да, давай, дай обниму, дай обниму. Я пойду напьюсь с горя. Мужик, он уже. Давай мне чего-нибудь. О, а что я на стол залез? Он уже все, ой, я тоже. О, слушай, давай еще танцуем, ну смотри. Смотри, глянь на столе. О, танцевать пьяным на столе. Да, отлично. Так, бухать, пожалуйста. Погоди, у него там... Че, мужик, как же духа? Нормально? Потрогай его усы. Говорят, что они приносят счастье. Да, ой, блин. Слушай, я тут соскакиваю с усов на кое-что пониже, мне это не нравится. Такой, прям, слушай, я... Вау, куда я соскакиваю? Ты вот понимаешь, да? Да он ты понимаешь, что ты рискуешь? Вот смотри, ты берешь кружку, начинаешь бухать. Ты начинаешь бухать слишком много и начинаешь буянить. Я беру табуретку и делаю так. Нет, это моя кружка. Получай! Раз перепил, то получай. Будь готов к внезапным последствиям. Блин, на тебя дафиг-то. Все, я обиделся, я пойду из таверны, мне здесь не рады. Я тоже могу руки так сложить, а что ты скачешь как? Потому что я застрял в двери. Так тебе и надо. Я могу пройти насквозь. Ой, господи, я в стену уперся. А нельзя уйти, да? Ты меня видишь? Нет, ты в двери. А я тебя вижу, смотри. Бааа, уйди! Стоп, смотри. Рука такая. Ах, руки! Ух ты ж, боже, что мой родился. Нарния, а не дверь, число. Ну, давай еще разок, слушай. Я хочу подраться. Это было прикольно. Ну, давай. Нажимай на файт. Надо ждать тебе возможности отыграться. Ну окей. Я попытаюсь. Я так думаю, что, наверное, там можно не только это кастовать, но, возможно, еще что-нибудь. Или там смешивать магию как-нибудь. А, пока не уверен, потому что это же, прикинь, это мы играем в игру еще до того, как она вообще даже в альфу вышла. То есть это вот эксклюзивный подгон от разрабов, кстати говоря. А, да. То есть ее еще купить нельзя. И разработчики в будущем обещают, что будет там данжи вдвоем проходить в коопе можно будет втроем, там бои 2 на 2. Я ничего вместе проходить. Нет, сейчас пока еще ничего нету. Сейчас пока только драться и угорать. Так, ладно. Да блин, откуда он появился-то? Так, гоблин, иди отсюда. Ну. Смотри, это щит, что, который... Поглощает... Да, он поглощает заклинание. О! Вот же блин. Подожди, можно кастовать заклинания, если дольше их кастуешь, то они сильнее кастуются. Во, да! Смотри. Так, вот смотри, вот огненный шар я сейчас кастую, смотри, видишь, он кастуется? Простой, маленький, видишь, он больше становится. Смотри. Ого. Вот, сейчас еще, давай, максимальная форма. Ну, короче, на! Воу! Ни хрена себе! Вот это пушка. Тебе сейчас тоже достанется. Ну, конечно, да, естественно. Давай. Наверное. Давай. А если я рукой сверху положу, то будет оно еще лучше? Ну, попробуй, ты можешь сказать еще волшебные слова. Офигеть. Ты что, щит что ли поставил? А, нет, не поставил. Да, поставил. Вот это самое крутое. Щит это на большой тачпад, да. Да. Все, я понял, окей. Ау. Это было больно. Блин, я просрал заклинание. Ой, надо побухать. Ты меня утомил, надо бухать, надо бухнуть. Давай, пей. А я могу призвать большого гоблина? Слушай, давай проверим, мне это интересно. Мега обосраться здорового гоблина хочу призвать. Ну я, судя по всему, могу их призвать несколько штук. Да ладно, серьезно? Ну начо! В атаку! Давайте, чуваки, вперед! О, они друг с другом месяца! Ой, кажется, я своих всех снес! Да вот не тупая бутылка! Смотри, чуваку! С тобой или с бутылкой? Блин, нифига себе! Ого!
Вот попробуй пробей через это, а. Глянь, он больше становится. Давай, нападай на меня. Раз, два, три. Все в щит улетело. Ну, естественно, я же предупредил. Но ты все равно горишь. Ой, ой, ты больно. Ты тоже. Ну, зачем ты так? Радовался. Глюк, ты че, ну, брат, ну, мы с тобой были как братья. Лови. Ну, почти. Мимо. Мы так. Же с тобой за табуретку сражались, да? У тебя есть меч? Ну, конечно. А ты бежишь почему опять? Почему у меня нету меча? Он у тебя есть. Где-то за бутылкой. Так, слушай, есть... Че, опять? Лол! Чё? Ты горел. Да ладно, да как? Да почему? Почему я проигрываю? Не это знаю. Это все пинг просто. Это пинг. Это пинг. Да, это все пинг. Подожди, у меня где-то здесь был диванчик. Сейчас у меня где-то здесь был диванчик победный. Во. Ты табуретку своей жопой снизит. Остолоп! Блин, ты бы знал, как это выглядит у меня. То есть я сижу на диване, такой с чашкой в руке, и ты веришь, подожди, я табуретку перегреть. Остановись. Так, все, нахер. Суефа. Я победил. Давай еще. Давай, давай. Давай. Суефа. Блин, теперь ты победил. Ставь сердечко. Ставь сердечко. Гимнаст херов. Боже мой, это упоротость. Ну так. Ладно, думаю, пора заканчивать. Да, я думаю, хватит, все, это было лишнее. Окей, народ, спасибо, что смотрели видео. Ставьте пальцы вверх, рассказывайте о видео друзьям. Если хотите больше видосов вместе с Глюком или с какими-то другими ютуберами, тогда пишите мне в комментарии и ставьте пальцы вверх. А также обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А с вами был Шет, увидимся уже очень скоро. Всем удачи и всем пока!